Уважаемые коллеги, рад вас приветствовать на том высоком форуме. Я представляю независимое гражданское наблюдение в Беларуси «Правозащитники за свободные выборы». Выборы президента Беларуси в 2015 году проходят на фоне значительных изменений геополитической ситуации в регионе в связи с Украино-российским конфликтом, а также ухудшение внутренней социально-экономической ситуации в Беларуси. 22 августа 2015 года указом президента Беларуси были помилованы 6 политических заключенных. 31 августа под подписку о невыезде из СИЗО МВД были освобождены фигуранты так называемого дела белорусских граффити. А 9 сентября на подписку о невыезде была изменена мера пресечения в отношении кандидатов в президенты во время прошлых президентских выборов 2010 года Олеся Михалевича. Правозащитники приветствуют данные шаги властей Беларуси, однако только системные шаги по улучшению ситуации с правами человека в стране смогут способствовать установлению подлинного климата доверия в белорусском обществе и стать реальным свидетельством готовности властей к проведению реформ. Мы требуем незамедлительной отмены любых уголовных преследований в отношении вышеуказанных лиц, несмотря на то, что они находятся на свободе, угроза уголовного преследования для них сохраняется. В то же время мы считаем, если говорить про выборы, что рекомендация БСЕ по улучшению избирательного законодательства, сделанная по итогам наблюдения за предыдущими избирательными кампаниями, так и не были учтены. А последние изменения, внесенные в избирательный кодекс в 2013 году, в основном ухудшают условия проведения агитационной кампании. Мы с сожалением отмечаем, что Центральная комиссия не согласилась с предложением правозащитников об улучшении условий проведения подсчета голосов. Процесс формирования территориальных участковых комиссий сохранил негативные подходы. Как и прежние, основными организаторами выборов в Беларуси являются проправительственные общественные организации, которые в своем составе представлены 35,6% от общего числа членов участковых комиссий. В то же время представители оппозиционных партий не включались в состав избирательных комиссий. В комиссии включены лишь 6% от выдвинутых оппозиций, что в общем составе комиссии составляет 0,46%. К примеру, в городе Минске, где проживают 20% избирателей, нет ни одного представителя оппозиции в участковых избирательных комиссиях. Такого минимального представительства оппозиции в комиссиях не было ни на одних президентских выборах. Таким образом, пытаясь создать видимость конкурентной кампании, власти сохранили полный контроль за избирательными процедурами. В то же время, отмечая отсутствие каких-либо существенных ограничений со стороны властей в проведении сбора подписей членами инициативной группы, нами зафиксированы многочисленный административный ресурс принуждения избирателей подписываться за кандидата Лукашенко. В данное время проходит этап агитации за кандидатов в президенты. Этот этап также сопряжен с многочисленными формами незаконной агитации за господина Лукашенко, где для такой агитации используются государственные средства. Общество лишено возможности получать объективную информацию, что при доминировании в медиапространстве государственных СМИ создает неограниченные возможности для такой агитации. Мы призываем власти не применять административное давление на избирателей, принуждая их принять участие в голосовании, а также требуем изменить порочную практику отсутствия прозрачного подсчета голосов. Необходимо, чтобы и члены комиссии, и наблюдатели могли обозревать подсчет каждого бюллетеня. Иначе невозможно будет говорить даже о минимальном прогрессе в выборах в Беларуси. Спасибо.